4 июня в частном секторе Новоалтайска произошел серьезный пожар, из-за которого погибло 3 человека. Дом начал гореть примерно в 8 часов вечера. По словам очевидцев, все началось где-то с веранды. Одна из версий гласит, что это неаккуратное обращение с огнем. Однако пока что информация уточняется. Жители ближайших домов на улице Военстроя утверждают, что сначала услышали какое-то потрескивание, напоминающее горение травы или петарды. Далее увидели, как огонь охватил дом за считанные минуты. Первыми на помощь бросились соседи. А он побежал туда к дому, давай кричать, туда вот прям в калитку к ним, и кричит: есть кто живой, там вот кричит. И вот здесь соседка побежала туда, тоже выскочила. И они отстегнули собаку, она увела ее к себе. Пожарные приехали в течение 5 минут после звонка, однако людям внутри дома помочь не успели. Бабушка вместе с внуками 4 и 9 лет погибла. Теперь в семье Исхановых остался лишь отец и старший сын. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам. Сейчас на месте дома работают спасатели. Они проводят пожарно-техническую экспертизу, которая должна определить причины возгорания. Дадим Кузнецов, Дмитрий Денисов, «День с толком».